Всем привет! Мы с вами продолжаем проходить Биомутанта, ну и как вы помните, в прошлый раз мы с вами получили квест на закрепление веревок чуваку, но как-то не совсем поняли, как вообще к нему приступить. Ой, ой, засыпано? Серьезно? А. Здесь легко потерять счет времени. А здесь не засыпано и... О, щиток! Ха, щиток. Так, Так. Во. А теперь вот эту штуку. Соответственно, раз, два, три. И вот эту штуку. Раз. Стало сложнее немножко. Итак. Это что? Это лифт. Но пока нам, наверное, он не нужен. Чем мы сейчас под землю полезем? Нам надо чуваку вообще-то помочь... С его верё... Здрасте. Здрасте. Неплохо. Неплохо. Такой с его верё... И провалился под землю. Ну, к счастью, я не говорил никаких фраз, типа провалиться мне под землю, если... Советую задержать дыхание, прежде чем двигаться дальше. Сейчас перед тобой откроются захватывающие... Посмотрим... Дух виды мертвозоны. Он хотел сказать, но не сказал. Прекрасно. В мертвозону мы как-то не собирались с вами. Тем более у нас... А, ну давайте туда зайдем ненадолго, чтобы нам дали квест на костюм, наверное, да? Эй. Ну? Эй. Эй. Что? Ну что, давайте. Мертвозона. Оу. Чего-то не получается пока. Или мертва зона не там? Ух ты, а здесь что? Палатка какая-то. Чувачок место сидит. Место называется Задний ход. Здесь живет знаменитый торговщик магушками. Магушками? Ну, то есть непонятно. То вот эти вот знаки, да, на каждом шагу практически, то их нет совсем. Говорит, что ты получишь большую скидку и молниеносное обслуживание. Мне нужно поторговать. Интересуется, куда ты так спешишь? В лавке такой богатый ассортимент. Что за магушки? Воу-воу-воу, полегче. Да, подборочка хорошая, но... Вот это мы бы даже могли себе позволить. А давайте продадим, что у нас есть. Разное... Вот эти вот штуки, кажется, они нам ни зачем не нужны. Давайте посмотрим. Оп. Одежда. Ну что? Блин, вроде как и клевые штуки. Ну вот, например, да? Но что-то... Дороговато. Хотя мы всегда можем продать что? Одежду как раз-таки. Да, у нас с вами есть вот эти штаны. Блин, шапки. Мне кажется, в первую очередь надо продавать шапки. Богатство. У нас их много, и они, по большому счету, бесполезны. Зато за них можно выручить нормальные деньги. Просто за счет их количества. Которые мы совершенно не собирались использовать. Да? Вон, уже у нас почти десяточка. Удачно сбагрили твой хлом. Да вообще, маски, наплечники. Вот эти два используются, остальные... О, вот этот, кстати, неплохой. Вообще он не используется нами. Может, у нас уровень был слишком низкий. Да, а вот этот вот хлам можно продать. А, но, правда, на нем крита нет. Так, окей. Крепимся. Уйо. Дядь, прости. Говорит, что это то самое место, где можно... Да-да-да-да-да, я все слышал. Так, только не разное, а одежда. Стеганая юбка нет, там какая-то майка мне понравилась, вот эта. Хотя у нас есть крутые же майки, которые скоро нам будут по уровню. Может, тогда сейчас не будем ничего тратить? Вот и отлично. Вот и отлично. Хотели закупиться, в итоге зажали бабло и в итоге ничего не купили. А мертвозона это снизу, кажется. Во.
Блин. Ну, как-нибудь мы туда зайдем. Мне казалось, что эта ночь никогда не кончится. Просто прям вот квест-то хочется получить. Может, вот здесь? Нет, все еще можем дышать. А, во! Во-во-во-во-во-во. Так. Посмотрим. Так, ну что-то нам... А, ну, видимо, кислородный костюм мы уже с вами получили квест. Почему чувак так же не может, как мы, в обход эту гору обойти, а? Что ему вот мешает? Зачем надо отправлять нас лезть наверх? Я боюсь вот в этой жиже утонуть, потому что был опыт. Представьте себе, был печальный опыт. Как та мартышка из анекдота, которая перед тем, как что-нибудь есть, сначала к попе прикладывает, чтобы проверить. А вот и еще одна кирпичатня из старого мира. Смотрите-ка. Опа. Нашли ништячок, который нам, видимо, пригодится. Так, готово. Кирпичатню мы прошли. Игрушка сохранилась. Спасибо тебе за автосейф, игрушка. Потому что я периодически умудряюсь там то утонуть, то задохнуться, то еще что-нибудь. Угу. Эй, а чё мы, да? Чё мы так нелепо бежали на... только на задних лапах? Во, но зато мы с вами, кажется, нашли путь на вершину этой горы. Ух ты! А, нет, это просто вид отсюда живописно открывается. Вот. Так, а как нам вот туда перебраться? Может, вот здесь? Может, вот здесь? Было бы обидно сейчас упасть. Что там за городок? Стоп, это тот самый форт? Вы сейчас серьезно? Мы прям у форта? То есть мы могли просто от форта начать и не было бы проблем? Ну ладно. Ну ладно. Так. Оп. Оп. Так. Но здесь должны перепрыгнуть. О. О, молодцы, молодцы, молодцы мы с вами. Бабки. Так, здесь. Здесь, здесь, здесь. Кажется, не запрыгнем нифига мы здесь. О! Опа. Опа. Вот. Ха-ха. Вот так вот. Нашли таки лаз. Таки лаз. В дневном свете видно, как ужасен стал этот мир. Эй. А, ему другие веревки надо закрепить где-то. Чего? Ты сейчас серьезно? Да. А... Да, не скоро мы так с вами этот лом-то заапгрейдим. Ой, не скоро. Хорошо, а куда еще мы можем залезть по этой штуке? Оп, так, где-нибудь видите? Во, вижу, вижу. Опа, так, хорошо, во, вот тут еще какие-то ухваты, правильно? Блин, не вижу. А вот здесь я уже не вижу ничего. Кажется, все, кажется, выше мы уже с вами не залезем. Ну, ладно, давайте тогда красиво спарируем прямо на телек. Хотя я снизу вижу там тотем. Опа. Сейчас начнется. Уцелевшая растеряла. Интересно, что там растет. Началось. Ой. Силёнок сейчас не хватит. Да, да у нас и патронов нет. Тут, знаете, как бы все прекрасно. Ой. Ой. А можно как-нибудь вот без вот этого всего, а? А то тут гранаты. О, эту штуку зато взорвали, кажется. Тебе крепко досталось. Так, стоп. Да. И усиление автоматона. Уф. Потому что вот эти камикадзе-то, если добегут до нас еще пару раз, нам хана вообще. А мы с вами всякие аптечки, типа, за не на... А, причем
Аптечки более-менее дорогие, я так смотрю. За ненадобностью продали, да? Ну, потому что, действительно, зачем они нам нужны были? Так, давайте вот это вот братца Шахида прибьем первым. А то он напрягает прям конкретно. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой, а у нас нет ничего. Не печально. О, так. Здорово-то как. Ну-ка, летун летающий, а? Ай, ай-яй-яй, пластырь. Опа. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Так, увернулись, типа. Типа. Так, ну, давай, давай, давай. О, отлично. Ну, прибить. А, так, минус один еще. Так, а, летающего. Это совсем худо. Так, тихо, пластырь. Вот это лекарство. Вот это лекарство, да. Летающий. Блин. А, причем летающий уровня больше, чем вот этот вот гаденыш, бегающий за нами. Перезарядиться? О, у нас мега-перезарядка сошла. Ну, ну что? Эй, эй. Держите, держите, держите молнии. Ловите. Фу-ху-ху-ху-ху. Да уж. Да уж. Ай. Использована вся энергия. Да? Спасибо. Очень здорово. Ладно. Ну, хорошо. Остались уже прям последние подранки. Держи. Ага. Замерз, бедняженька. Бедняженька замерз. О! Бедняженька резко согрелся. А давайте вот так. Оп. И... А, прибили его. Ну, чуть-чуть осталось. Есть. Все. Остальных можно даже не сдвигаясь с места, скорее всего, прибить. Середина жизненного пути. На. Вот так тебе. Вот так тебе. Так, этого вроде все. Ну что, на. Электричество. Фу. Прекрасно. А уровень уже и не за горами, так, так потихоньку бегаешь, бегаешь. Хоп, и вот он уже рядом, да? Эй, эта штука. Тут что, тут штука. Дайте мне ее. Мне ее не дают. Обидно. Ну, отдыхать я не хочу сейчас. Так. Аптеченьки маленькие находим. Это здорово, но хочется чего-нибудь более полезного. Например, большие аптечки, но они и расходуются очень хорошо. Так. Ага, вот он мыслевизор. Может, вход в него сбоку, в этот вот шатер. Эй, не застрянем мы тут? Вроде. Во. О, смотрите, и пока мы тут видим вот эту штуку, давайте-ка... О, а с этого дерева нельзя собрать много денег? Нет, жалко. Просто красивое дерево, и была надежда, что за это нам дадут кучу бабок. Опа, а там я вижу, смотрите. Давайте быстро-быстро добежим сейчас, у нас тут-то точка стоит. А вот эту штуку мы можем пропустить с вами. Правильно? Растихатка. Хлом это так весело. Растихатка. Он такой гибкий. Вот, вот эту вот палаточку я не хотел упустить. Да? А где мы опять возле... Опять возле форта, слушайте. Прям как будто нам клином на нем сошелся свет. Во, все очки 8. На левитацию нужно... Сейчас вспомню. 10. Хорошо. Ну и телевизор, мыслевизор, простите. Мыслевизор надо собрать, после чего мы уже будем с вами свободны, как птах. Только как сюда пройти? Здесь где-нибудь дырка есть? Где нет? А. Так, может, может где-нибудь. Может быть где-нибудь вход-то будет. А, будет, смотрите. Аптечка! Хочу клевую аптечку. Нет. Усиливалка. Ну, тоже спасибо. Там трупик. Там вы видели трупик?
Эти втыкалки нужно подключить, чтобы мыслевизор загрузился. Да легко. Ха-ха! Вообще два хода. Победа разума над материей и программ над железом. Да, успех, но тут еще... это спокойствие рассудка. Отличная добыча. Раз. Ушаночка. Но хуже, чем то, что у нас. И еще одна отличная добыча где-то должна быть. Мне бы хотелось с ней отсюда уйти. Все-таки. Ну, потому что отличная добыча, это действительно отличная добыча здесь. Это не какая-то... А, может, тут? Может быть. Нет, не она. Может. О! И тоже не она. Надо же. Тут? И опять не она. Хорошо. А сверху где-нибудь может прятаться эта отличная добыча от нас? Я ничего не вижу, чтобы светилось оранжевым. Ага, поправочка. Что-то шапки нам дают очень щедро. Такое ощущение, что игра про шапки. Знаете, типа, общество шапок создало игру про шапки, чтобы люди играли в игру про шапки. И шапошнились. А у нас здесь... Может, сходим тогда вот сюда? Там типа биозаразная зона... А у нас с вами все для этого есть. Ну, на торс, например, напялим куртку биозащиты. И на ноги напялим штаны. Неплохо сидят. Так, итого у нас 100% сопротивляемости биоугрозе. Правда, брони совсем нет. А что-нибудь нам здесь надо вообще так-то? Но можем просто в этой зоне осмотреться, посмотреть, что еще тут от нас утаилось, когда мы сюда заходили в прошлый раз. Потому что, ну, мне кажется, выбирай такой... Выбирай путь осторожно, руководствуйся тем, что видишь. В такой зоне должно быть что-то ништячное. Ага. Например, например, враг 15 уровня, который фигачит по нам. Кстати, у нас же защита от этого всего. Какого ляда он по нам всем этим может повредить, как бы? Или это типа защита только от окружения, а от атак врагов она не работает? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Исходе. Гаденыш, стоп, какая на исходе? Малая птичка. У тебя ужасная слабость. Да что вы говорите? Эга. Нет, в ближний бой мы не лезем. Мы не лезем, у нас новая разнарядка. Ближний бой только по особым случаям. Трындец. Крепкий гаденыш был. Ну и опыта дали. Так, хорошо. А что у нас в этой локации... Может быть. К сожалению, список этот... Я не знаю, как его вызвать. Так. А может, вот это... Нет, это быстрый доступ к карте. Отлично, я узнал, как быстрый доступ к карте зато сделать. Так. Ладно, сейчас мы хоть чего-нибудь найдем в этой локации. И тогда у нас появится список. Ну, нам огласят весь списочек. Надеюсь, больше врагов здесь не будет, потому что мне вот этого в целом хватило. Мне бы хотелось все-таки исследованиями заняться. Вроде как было указано, что здесь дофига всего. Но вот хоть убей, пока мы ничего не можем найти. Может, надо гадость нырять? Но мой опыт как подсказывает мне, что ныряя в гадость, можно сразу и О-о-о! О, смотрите. Это вот эти вот штуки, которые нам биоочки дадут в итоге. Ай. Да, патронов нет. Магии нет. Вот жизнь. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. А, это типа маленькие каталы. Знаете. В точку.
У тебя ЦИ пропало. Ампер, твою маму. Да что ж такое-то? Ни патронов, ничего. Натя, натя. Они не очень сильные. Счастье. А, или... Тихо. Стоп. Стоп, они ресетятся. Хорошо, давайте подождем тогда, пока мы подлечимся. А нам не дают подлечиться при этом. Вот ведь здорово как. Ладно, они сейчас вылезут и залезут обратно. Ничего страшного. Так, хорошо. Ну, пошли с ними разберемся, но уже, видимо, на той территории, где они не ресетнутся. Да? А, потому что если по одной, так... Так это вообще подарок просто. Разгром! Ай-яй-яй, не-не, давайте это... Да что ж такое-то? Видите, да, что происходит? Нам стоит только выйти за пределы этой зоны, они сразу такие, типа, не, мы обратно. Вот, ну, хватало бы нам сил, чтобы их чисто... Во! Энергии ЦИ закидать... Было бы гораздо проще. А так нам приходится постоянно чего-то изобретать. Стой, скотина. Тут все катаются. Ну, стоп. Вот так вот. Во, наконец-то мы прицелились того, который нам нужен. Так. Слушайте, а если у нас вот эти вот биоштуки повышают, типа, наше сопротивление на 10, то, в принципе, за 10 биоштук мы можем стать иммунными к чему-то. Я правильно же рассуждаю? Или там они не на 10 нифига повышают сопротивление? О, так, еще один и последний. Давай. Готово, справились. О, и опыта нам... подсыпали. Так. Мир, вот здесь больше ничего. Ага. Так. Что? Еще? Ого. А вот эти вот вообще прям такие твари серьезные. Бегут и гниют. Знаете. Но зато и погибают быстро относительно. Стой, ты куда? Это тот, который ранен? Это тот, который ранен. А, блин, нам еще и кулаком приходится с вами в итоге действовать. Полетел. А второй ресетнулся, что ли? Второй ресетнулся. Но за второго нам могут уровень дать вполне себе. На. Вот. Эй, друзья, что ж вы делаете? О, уровень. Твоя, как я и говорил. Как я и говорил, уровень. Ну и ты, друг, который не может к нам подъехать теперь. Давай, ты по нам, мы по тебе. О, все. Разобрались. Фух. Ладно, что-то в этой локации у нас ни черта пока не выходит найти. Давайте просто уровень повысим тогда. Так, ну, интеллект. Еще больше мозгов. Так, ждем следующего уровня. Вот следующий уровень станет уже чем-то новым волшебным. Ладно, а здесь что-то мне не хочется останавливаться надолго. Сюда. Вот, кстати, тоже на севере была же какая-то... на севере, я сказал. Ой, непривычно на компасе видеть русские письмена. Так... нам с вами, да, туда и, видимо, через биозону. Но как раз, я думаю, в костюме химзащиты мы сможем это все одолеть. Я надеюсь. У нас там выбран квест с мыслевизором, но, естественно, да, что-нибудь другое выберем. Например,
Но сюда нам долго идти. Например, вот это. Любой из них. Так. Просто пора бы уже на... Вот, смотрите, видите, нас ведут-ведут сюда, а потом таки нет. Ты не можешь. Надо идти дальше, извини. Обидно. Обидная штука. Ладно, может потом нам также, как с тарелкой, дадут на это квест, и мы тогда уже будем что-то делать по этому поводу. Че, сюда полетели, да? Ой. Ну, о, долетим. Кстати, до развалин. Нормально долетим. Так. Оба, тотем. Ты наверняка сможешь из этого металла что-нибудь блестящее сотворить. Наверняка. Я бы вот нашел хоть один флажочек. Вот серьезно. Так. Ну, давайте. Ладно. Раз туда бежим. В принципе, дорожка примерно пока туда и виляет. Хотя она резко вильнула в другом направлении. Может, она здесь есть? Во, есть некое подобие дорожки. А мы это опять же не переплывем. Но вот там мы можем перейти. Вот там близко. И вот там, возможно, мы... Даже не знаю. Вот здесь выглядит поближе все-таки. Когда светло, видно гораздо дальше. Все-таки тут как-то это выглядит поближе. Так. О. Блин, интересно, а нам левитация над водой позволит летать все-таки? Но это было бы прям очень удобно. Так. Есть. Здесь перешли. А теперь мы, кажется, с вами уже и даже на нужном острове. Да? Или нет? Не, на соседнем. Да, на соседнем. Все хорошо. Но если верить карте, мы с вами можем перепрыгнуть на него спокойно. Только давайте уже хоть какой-нибудь вейпоинт здесь. А то, правда, ну, как-то неудобно сюда бегать совсем. Вот, вот совсем. Так, оп, ладно. Доплыли. Прелестно. Так. Дорожка виляет, виляет, виляет и поднимается вверх. Во, зато есть железнодорожные пути здесь. Интересно, мы по ним могли пройти? А, не совсем понятно. А, так. Но хотя бы игра сохранилась. Хотя бы знаем, что случится, что у нас. Фругов уголок. Ага. Ступай осторожно. Во. Победить Фруга. Но сейчас займемся. Сюдым. О. Что ж, еще одна попытка, потому что я погиб смертью храбрых, но в этот раз мы с вами даже зашли как-то более-менее официально сюда. О. Интересно, мы можем быстро одного убить и свалить, потому что в какой-то момент из... Ой-ой-ой. Из это, из домика выходит враг. Угу. Не, нам, к сожалению, надо внутрь. А когда мы заходим внутрь, мы автоматом агрим... Ай. Автоматом сейчас сагрим, да. Вот эту штукенцию. И нас остается один на четверых. Здрасте. Они еще очень мастерски бросают всякую гадость. Да, и вообще. Хотя бы мелких победить меня даже устроит. Убить одного-двух мелких сейчас и уйти отсюда нафиг. Потому что вот эти мелкие тоже задалбывают. Но и крупные тоже задалбывают. На. На. Недостаточно энергии. Да, беда в том, что нам для уклонения нужна та же самая энергия, которая нужна для каста. И приходится вот так вот, типа... Может, отступить? А, да нет. Стоп. Малая аптечка.
Вот это какая-то штука. Фу. А мы можем вот эту просто штуку врубить и бегать по ней, а? Такая опция у нас есть, потому что она, в принципе, наносит хороший урон. Ну, с учетом затрат маны. Ой. Ну, мелкого вот этого пристрелить. Давай, родной, давай. А, черт. Почти ж прибили. О, есть. Есть, одного прибили. Супер, сейчас еще вот этого мелкого прибьем. Мана. Ага. А, я испугался, что он лечится. Так, все. С мелкими разобрались. Ай, ай-яй-яй, уперлись в стенку. Обидно. Ну, ладно, уже, кстати, магия-то хорошо по фруга заходит. Оп, так, тихо. А, у ворот. Ух. Ух-ух-ух-ух-ух-ух-ух. О, неужто прибили? Почти. Есть. Ага. Фу. На. На тебе. Готов, касатик. Ну, зато сразу сколько? Сразу треть уровня почти. Ну, четверть. Здравствуй, дядь. Здравствуй. Тут все то же самое. Я тебе помогу. Ну и здрасте. Люби сияние света. Давай еще. Нет, прекрати. Хватит. Еще больше. Выверни яркость до отказа. Я заставлю тебя сиять. Поздно. Поздно. Отлично. Плюс пси-очки. Нам нужно на левитацию 10. Плюс кодекс навыков. А тут хорошая локация. Опа. Так. И ништячок. Такой. Кстати, наверное, нам с вами... Отличная находка. Можно это... Можно сменить одежку. Потому что химзащита — это здорово, но она ни броню, ничего не дает. Так, ну шапочку мы оставим ту же. А, нет. Да, шапочка та же, а торс. Что у нас есть? Во. Смотрите-ка. Потертая туника сна. Так, штанишки. Штаны мерят. Да, наверное. О, так. Вот так будет получше. Прекрасно. Разобрались с этим. Ну что, куда-нибудь сюда пойдем. Давайте туда посмотрим, на север. Но мне бы хотелось все-таки вейпоинтик найти. Серьезно. Такие большие расстояния и... О, я слышу мельких пикачу каких-то. О, куртка паршивенькая. Лучше держись подальше от всех до утра. Целее будешь. Так, о, вижу пикачуху. Давайте-ка ее словим. Ать. Приручить оставить себе. Хе-хе. Аура светлая. О, и еще одна. Эй, стой, птицачуха. А, убежала. Надо же. Ну, бывает. Даже остановка есть. Даже есть остановка, но негде нам с вами завейпоинтиться. Хорошо, что у нас по карте? А по карте мы собирались вот сюда. На самом деле, по времени мы собирались прервать эпизод и продолжить в следующий раз. Посему спасибо Мише Лебедеву, Мише Фомину, Андрею Фиолетову, Евгению Глебову, Дахармсу, Алексею Смирнову, Просто Эду, Сергею Кайну, Рокки Бальбоа, Антону Церу, Глебу Сахарову, брату Манзо, Сержу Атирадуру, КДВ45 Рус и Дарье Кравчук за то, что тебя продолжают поддерживать канал.
Вам всем огромное спасибо, что приходите, смотрите эти прохождения. Ну и мы с вами встретимся уже завтра в следующем эпизоде. А пока на этом все. Всем удачи, счастливо и до скорой встречи. Пока-пока.